Хьюстон, у нас тут новый выпуск. Всем привет, дорогие друзья, с вами Скелетор, это уже 39-я часть моего русского города в Майнкрафте. Ну что ж, по названию видео вы, наверное, уже поняли, про что этот выпуск будет. Ну давайте же перейдем к обновлению в моем городе. Ну и что ж, построил я, конечно же, космическую станцию. А не слышен рок ни нас от каскадрома. И не это, да, я синего. Да, конечно же, я построил космическую станцию. Ну и вот, это очень важный объект, в принципе, для моего города. Ну и вы сами знаете, что это такое космическая станция. Ну и вот, давайте перейдем к просмотру. Во-первых, космическую станцию я обгородил забором. То есть везде я поставил забор. Вот. Вход строго запрещен для обычных прохожих. Вот, поставил тут шлагбаум и такой, типа, пост, где по пропускам принимают машины. Ну и вот, давайте уже пройдем дальше. Вот, справа у нас тут имеется, я не знаю, что тут имеется, недавно построил, типа генератора. Ну, просто так, типа, измеряем какие-нибудь фигни в космосе. Да, измеряем какие-нибудь фигни в космосе. Ну и что же, следующее, что у нас на космической станции, это такой вот генератор. Ну, обычный генератор электро, где у нас там внутри электричество хранится. Ну, типа генератора. Ну, вы уже поняли. Ну и вот, следующее такое вот у нас обновление. Это, ну, типа маленькая антенна, где следит за космосом. Ну, короче, не знаю, как объяснить, трудно объяснить. Ну и вот. И, конечно же, следующее обновление. Это офигительная ракета. Вот, ракета — это все-таки самое важное в космосе. Точнее, не в космосе, а в космостанции. Ну и вот так-то она, в принципе, выглядит. Вот, такая вот большая, эпичная. Мне много о ней рассказывать, но я все-таки расскажу. Вот. Вначале я хотел сделать прототип американской ракеты. Как-то это «Дети» или как-то так называется. Ну и вот. И я, в принципе, ее полностью переделал. Она должна была по-другому выглядеть. Поставил тут черные такие вот края. И поставил российский флаг. Это с каждой стороны. Вот так выглядит ракета, в принципе, если провестись на 360 градусов. Ну и вот так вот она выглядит. Вот, тут у меня есть такие вот ножки для ракеты. Вот, ножки. Вот так вот выглядят ножки. И тут у меня такие вот ярко-белые ножки для ракеты. То есть эти ножки отодвигаются. Ну, ракета готова к старту, и эти ножки отодвигаются. Точнее, когда ракета взлетела, эти ножки отодвигаются по рельсам. Вот, ну и так на каждой стороне, разумеется же. Вот, еще под ракетой у меня имеется сам уже двигатель. Ну, двигатель такой вот у нас. Тут всего 5 двигателей. Вот так вот выглядит, в принципе, под ракетой. Такие вот прыщики какие-то. Вот так вот выглядит вид под ракетой. Ну и вот, про ножки и про задницу ракеты я уже рассказал. Давайте перейдем к трапу. Ну, вроде трап называется это. Ну, если считать, что в аэропорте это называется трап, то тогда я тоже буду называть это трап. Ну, понимаете, что тут уже космонавты высаживают в ракету. Вот. Тут у нас имеется еще, когда ракету запускают, она отодвигается вот туда, вот по рельсам. Даже можно еще дальше сделать. Вот. Вот, мы проходим, и тут у нас имеется типа такого лифта. Вот, мы типа поднимаемся. Ну, тут не так уж высоко поднимаемся, ну, не так уж высоко подниматься. Вот, мы поднялись до конца. И вот такой вот у нас вид. Вид. Прикольный довольно вид. Типа, я герой, я еду в космос. Вот, давайте взойдем в саму ракету. Вот, в принципе, у нас внутри ничего особенного нету. Я поставил просто три сиденья. И вот, и рычажки, и кнопочки. Вот, особенно тут ничего, как я уже сказал, нету. Вот, ну, разумеется же, российский флаг везде должен быть. Ну и вот так выглядит, в принципе, вот такой вот трап. Вот, я уже показал вам со стороны ракеты, еще раз покажу. Вот, насматривайтесь. Ну и давайте перейдем к последнему обновлению этого выпуска. Я поставил еще, не знаю, как это здание называется, но вы, наверное, уже поняли суть его. Где там у нас говорят, Хьюстон, у нас проблемы. Вот, давайте в это здание зайдем. Ну и вот, тут у нас имеется коридорчик на первом этаже. И в комнатах у нас имеется такой вот разные кнопки и рычаги. Ну, типа разное управление ракетами, все такое, проверка топлива и так далее. Вот, у нас тоже имеется уже на двух человек. Вот. Ну и так, в каждом кабинете, где есть окно,
То есть в правой стороне, ну, от меня, и в левой стороне вот такие вот. Вот, переходим ко второму этажу. Тут у нас имеется, как видите, такой большой зал. Тут и идет наблюдательный вид на ракету. Вот, тут как бы уже сидят рабочие и смотрят на ракету, точнее, как она будет взлетать. Вот, у нас тоже имеются разные рычажки, такие вот камеры, типа. Вот, и там тоже самое. Ну и тут... Ой-ой-ой. Так, и тут уже обычные рабочие смотрят. Ну, типа там директоры, вот, директоры или кто-то там еще смотрит на запуск сблизи, а там уже рабочие обычные. Вот. Тут у нас имеется кнопка запуска ракеты. Вот, то есть, ну, нажимаем и 10, 9, 8, ну и так далее, все такого. Ну и все такое. Вот. Ну и, конечно же, я сделал стеклянную крышу, чтобы можно было наблюдать, как ракета летит в открытый в космос. Вот. Ну и вот я вам показал все обновления. А с вами был Скритор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишем свои идеи, комментируем. Всем удачи, всем пока. И, кстати, забыл сказать, что подал мне идею Сергей Колесников. Всем удачи, всем пока.